Анна, самая прекрасная профессия – это врач-педиатр. И так с таким настроем я работала 25 лет. Но наступили времена перестройки в России, и нам в медицине в нашем городе не платили по 4 месяца зарплаты. А у меня трое детей, у нас трое детей, поэтому их надо было кормить, учить, одевать. И мы стали с мужем смотреть какие-то предложения. И вот мне пришло предложение из системы сетевого маркетинга. Никогда не думала, что я начну заниматься и полюблю эту индустрию. Итак, 12 лет я работала в одной из крупных компаний. И в этой компании я проучилась на врача-нутрициолога. Нутрициология – это наука о питании, клеточном питании, так скажем. Поэтому врач-нутрициолог – это врач здорового питания. Но не все меня устраивало в той компании. Я начала искать новые проекты. И вот познакомилась с компанией Стемтех. Стемтех – это стволовые технологии. Замечательная компания. Я уже побывала в Греции. И вот видите в чате на слайде, как раз я нахожусь создателем этой продукции, этой компании, Кристиан Драпион. Итак, компания создана в 2005 году. Цель компании – это предложение рынку инновационной продукции. Действительно, продукт уникальный, мы с вами в дальнейшем его подробно разберем, но сейчас я буду говорить о другом. Президентом компании является Рэй Картер. Это человек, который, можно сказать, с рождения, можно сказать, что он уже сетевик, потому что он из компании сетевиков. Человеком с высшим образованием, с образованием управленца. Он знает, как вести компанию, как управлять компанией, чтобы она развивалась, чтобы она была мощной и интересной, как для дистрибьюторов, как для менеджеров и для всех. Второй интересный человек – это автор продукции, это канадский ученый, нейрохирург, нейрофизиолог Кристиан Драпион. Вот как раз в чате вы видите фотографию именно с ним. Я сумела сфотографироваться легко и просто, потому что эти два человека, они, так скажем, очень доступны, с ними легко и просто общаться. Они отвечают на все вопросы, которые им задают любой дистрибьютор. Поэтому с ними действительно очень хорошо и легко общаться. Итак, каково содержание проекта? Когда я решила прийти в эту компанию, я действительно обратила внимание на очень интересные факты. Ну, поскольку прежде всего это инновационная идея, поскольку соответствует требованиям рынка, мы же все хотим с вами, действительно, большинство людей грамотных, умных, они хотят быть здоровыми, они не хотят ходить в поликлинике, лежать в больницах, действительно дольше жить, больше быть физически выносливым, да? Поэтому действительно многие люди уже понимают и заботятся о своем здоровье именно сами. И поэтому хорошо, что вот именно такие компании, как Стемтех, которые работают именно для здоровья. Это новый революционный подход в медицине, новый. Научное основание проекта. Это, конечно, эксклюзивный проект. Прежде всего, здесь действительно очень высококачественный продукт, о котором мы с вами чуть позже будем говорить. Здесь очень интересный план, эффективный план компенсации, план маркетинг. И я тоже сравнила с той компанией и с теми компаниями, которые я изучала за это время. И мне действительно он стал очень интересным. Самое главное, что он легко повторяется, то есть его может любой повторить, дублируемый план. И довольно-таки легкий, легко в него войти, поэтому действительно, он интересен как новичкам, так и ветеранам сетевого маркетинга.
Здесь все используются современные инструменты работы. Здесь есть и сайты, и бэк-офис, и, пожалуйста, все можно будет использовать. Стратегия компании действительно мне тоже очень понравилась, потому что я обратила внимание, сколько уже стран открыто. Открыто более, на тот момент, когда я смотрела, было открыто более 20 стран. Здесь очень грамотный, квалифицированный менеджмент. И именно вот на слайде слева в верхнем Энди Гудвин, которого я знала по той компании, в которой я работала. И, конечно, здесь очень интересный лидерский состав. И вот как раз мой спонсор, который является лидером, Гульнара Белялова, как раз вот на фотографии с Энди Гудвином. Так что действительно здесь очень интересные люди работают в этой компании. Я их видела именно в Греции. Итак, компания работает в очень интересной индустрии, индустрия wellness. Вот как раз соответствует всем современным требованиям рынка. Wellness – это концепция здорового образа жизни. Это правильные физические нагрузки, это правильное, в общем-то, сбалансированное питание, это отказ от вредных привычек и, конечно же, все массажные кабинеты, все тренажерные залы, сауны, бани, все можно отнести именно к индустрии wellness, которая развивается, начала развиваться в конце 20 века и бурно развивается в 21 веке. И, конечно, главная задача wellness – это предотвращение и профилактика болезней. Ну и прежде всего, конечно, старение, как внешнего старения, так и внутреннего старения. И вот на этом слайде я вам показываю результаты уже применения продукции Stemdex. И вы видите, значит, что слева как раз я сфотографирована с Рэй Картером и с Кристианом Драпё, руководителями этой компании. Представляете, я как бы еще виртуальный дистрибьютор, в России живу, и Россия еще пока не открыта, но я являюсь виртуальным дистрибьютором, и меня мой спонсор пригласила на конвеншн, который проходил в сентябре 2012 года в Греции, и я смогла пообщаться, и мне было очень приятно, потому что люди очень хорошо со мной общались, отвечали на все вопросы. И в центре этого слайда вы видите меня, вот я в крещении купалась, то есть я пью продукцию, и мне 60 лет, и прекрасно себя чувствую, пользуюсь продукцией уже почти год, прекрасные результаты, у меня улучшились ногти, состояние ногтей, они очень слоились, я не могла получить этот результат. У меня появился слух на правое ухо, который был потерян после аварии в 80-м году. Я стала слышать, я просто в восторге от этого. Вот, у меня прошел грибок, и видите, как мне позволяет продукция. И думать, причем, вы знаете, я купалась в крещении, когда у меня накануне заболел муж гриппом. Я ему дала вместо двух капсул три капсулы Stem Enhance продукции 2, и сама пропила тоже 3 капсулы. И вот уже прошло, сегодня уже 22-е, я жива-здорова, продукт работает замечательно. Справа, видите, значит, тоже опять же я с очень интересным человеком, так, забыла, как его зовут, он из ЮАР, извиняюсь, вот, Йохан, так, и он очень интересен чем? Он рассказывал свой собственный результат. Я лично слышала в Греции его. Человеком был прикован практически к постели. Он нетрудоспособный был, поскольку у него было уже перенесено 3 инфаркта. И он готовился к операции по пересадке сердца и ждал донора. Но вот начал принимать продукт, всего лишь один продукт Stem Enhance компании Stemtech. Он пил до 8 капсул в день. И буквально через 3 месяца, когда его пригласили, что пришел донор, что ему нужно делать операцию, операция была уже не нужна. И врачи были, конечно, удивлены. И он создал очень большую, огромную организацию. Теперь он летает.
везде, по многим странам, поэтому все очень интересно. И внизу на слайде интересна женщина, она из Испании, это тоже интересно тем, что она была прикована к инвалидной коляске после аварии, обездвижена была, не могла ходить. И вы знаете, в Греции она не то что ходила, она танцевала, ее просто было не остановить. На высоких-высоких каблуках, ей почти где-то 70 лет. Вот какие результаты дает продукция, о которой мы с вами, конечно, дойдем и будем говорить. Итак, что же в следующем проекте? Это новый революционный подход медицины. И, конечно же, решение проблем старения, болезней организма за счет собственных своих резервов собственных, за счет собственных стволовых клеток. Стволовые клетки находятся в каждом человеке. И не бойтесь, пожалуйста, словосочетания «стволовые клетки». Вы знаете, они действительно есть, и они играют самую главную, самую важную роль в нашем организме. Основное депо стволовых клеток находится в костном мозге. И они, эти стволовые клетки, в определенное время, так скажем, по сигналу мозга, выходят в кровоток, в кровяное русло и начинают подходить к тому или иному органу для своей работы. И вот не зря Кристиан Дропио, канадский ученый, профессор нейрофизиологии, он говорит, любая болезнь – это смерть клеток. Ну, к примеру, что такое диабет, сахарный диабет? Это пример как раз Кристиана Дропио. Это смерть почти более 50% клеток поджелудочной железы, вызывает как раз диабет. Поэтому вот взять любую болезнь, это обязательно будет смерть клеток. Если у кого-то, допустим, хронический бронхит, это не более там, 30% не происходит обновление клеток легкого. И так далее, любой взять орган. Кристиан Дропио написал очень много научных трудов. Эти все труды можно прочитать в интернете. Вот одна из этих трудов, расшифровка кода, называется. И вы можете спокойно это все прочитать. У него очень много статей, много. Эти все статьи опубликованы в самых известных научных медицинских изданиях. Поэтому этот человек известен во всем мире. Итак, в нашем организме постоянно происходит обновление клеток. Вот смотрите, клетки печени обновляются каждые 3 года. Клетки щитовидной железы, клетки поджелудочной железы, клетки легкого обновляются в среднем каждые 4 года. А вот клетки сердца, они обновляются только через 15-20 лет. Клетки мозга обновляются через 20-30 лет. Нервные клетки, они тоже обновляются. И многие так думают, и нам в медицине говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Восстанавливаются, но через 27 лет где-то. А вот смотрите, клетки кишечника, очень важный орган, обновляется каждые 3-5 дней. Поэтому так столько проблем всяких колитов, энтероколитов, язвенных и так далее. Почему у нас и в России очень много таких проблем, и может быть и в других странах, поскольку здесь присутствуют люди, я вижу, из Италии, из Германии, из Украины, конечно, с России. Вот, поэтому, ну, везде люди, везде мы, как говорится, состоим из клеточек, и поэтому наши клетки должны обновляться, вот видите, в определенные периоды. И именно для того, чтобы им обновляться, нужна работа именно стволовых клеток. И поэтому считается, что стволовые клетки, они являются ключом к нашему здоровью, к долголетию и к нашей молодости. Но с возрастом, конечно, клетки... Стволовые клетки начинают, так скажем, не работать. Им что-то мешает, и о чем мы тоже с вами в дальнейшем поговорим, что мешает работе стволовых клеток.
Что же такое стволовая клетка? Прежде всего, надо понять, что действительно стволовые клетки есть у каждого человека, и они являются предшественниками всех клеточек нашего организма. Термин «стволовая клетка» дал еще наш ученый в 1908 году Алексей Максимов. Это биолог, он именно название стволовой клетки и дал именно это название. Он доказал, что именно эта клетка способна рождать новые клетки крови. И действительно, из стволовых клеток начинают рождаться все другие клетки органа. То ли это печень, то ли это почки, то ли это глаз и так далее, сосуды. Все, нервная клетка, все рождается именно благодаря стволовым клеткам. Различают несколько видов стволовых клеток. Это эмбриональные, это клетки, которые работают, когда формируется эмбрион, то есть до рождения они называются эмбриональные. Именно пуповинной крови самое большое количество стволовых клеток. И сейчас медицина научилась сохранять, значит, пуповинную кровь в банк. При минус 196 градусов сохраняет эту кровь. Именно для данного, так скажем, человека, у новорожденного которого, когда он был новорожденным, когда у него брали вот эту кровь, можно использовать в дальнейшем и, видимо, будет, конечно, давать хорошие, замечательные результаты. Конечно, это стволовые клетки взрослого человека, которые есть у нас у каждого. То ли это русский человек, то ли это итальянец, то ли это американец и так далее. То есть у каждого человека так нас создала природа-мать. Именно стволовая клетка играет самую важную роль в нашем организме. И сейчас в медицине научились еще использовать, выращивать стволовые клетки из тех клеток нашего организма. И я знаю, что уже во многих странах, и у нас в том числе в России, хирурги делают операции, выращивают стволовые клетки. И, допустим, Лео Батерия у нас в России делает операции на сердце с помощью выращенных стволовых клеток. Итак, вы видите вот внизу на слайде, стволовые клетки находятся именно в костном мозге, вот разрез кости показан. И именно они выходят, стволовые клетки, в кровоток и потом превращаются в любую клетку какого необходимого органа. В 2012 году, вы, наверное, слышали везде в прессе, по телевизору, по радио, сообщали о том, что получили, долго не получали в области медицины, но вот в 2012 году лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии были награждены, значит, два человека. Это именно семья Яманака из Японии и Джордан Герден из Великобритании. Именно за то, что они доказали, что стволовые клетки могут работать как эмбриональные стволовые клетки, то есть стать плюротентными стволовыми клетками. Так что нас впереди ждет еще много интересного в медицине, и будет действительно эта теория развиваться в дальнейшем. Итак, как же работают стволовые клетки нашего организма? Как только либо какое-то повреждение, либо вот какой орган необходимо обновляться, подается сигнал в мозг, и по сигналу мозга идет костный мозг. И стволовые клетки выходят в кровоток и подходят безупречно, без всякой ошибки. Они действительно подходят к тому органу и постепенно начинают обновлять. Старые клетки умирают, появляются новые, здоровые клетки того или иного органа, либо это повреждение. Я вот тоже уже прекрасно заметила еще на одном своем результате. Буквально в марте месяце у меня был перелом лодыжки. Я случайно побежала и упала. Вы знаете, ведь как раз в это время я уже принимала продукцию Стемтех.
Я была просто поражена, как работает этот продукт. Буквально боль ушла на второй день, и первый день ночи я спала спокойно. То есть, ну, была боль, но она мне не мешала даже засыпать. И буквально через неделю, когда я стала делать контрольный снимок, врачи были удивлены. То есть они видят, что так, такового перелома, который был неделю назад, уже не видно. И костная мозоль очень быстро и легко формировалась. Вот. Я знаю, у меня дистрибьютор, музыкальный работник тоже сломала руку. И ей, ну, сами понимаете, музыкальный работник, и она тоже делилась своим результатом на одной из презентаций и подтвердила об этом тоже, что у нее очень быстро пошло заживление перелома, и буквально, когда сняли гипс, ей не надо было разрабатывать руку, она тут же начала играть. То есть это действительно великолепный, потрясающий результат. Итак, значит, клетки мигрируют, клетки, значит, процесс регенерации происходит, обновление новых клеток превращается и появляется новый орган. И вот это обновление должно происходить на 100%, на 100% каждый орган должен обновляться. Но что же мешает нашим органам обновляться на 100%? Это прежде всего нехватка стволовых клеток. Ну, представьте, если мы возьмем, например, к примеру, вот нужно ремонтировать участок дороги, километры длины, к примеру, да, и вот дадут одного человека, и давайте ремонтируйте, там, без всяких там особых инструментов, и вот за сколько же будет ремонтировать этот человек эту дорогу. А если, значит, дать бригаду специалистов с оборудованием, естественно, люди сделают значительно быстрее, качественнее. Вот так же и тут. То есть так создала природа мать. Понимаете, мы часть природы. Нас создала так природа. Вот новорожденный ребенок рождается, и в первую очередь ему нужно не грудное молоко, ему нужно молозиво. Поэтому очень важно, как только рождается новорожденный ребенок, его тут же нужно прикладывать к груди, и чтобы первые порции молозива, где большое количество иммуноглобулинов, вот от этого зависит в дальнейшем состояние иммунитета ребенка. Взять, например, улей, это тоже природа создала. И там главную роль в улье является пчелка-матка, которую тоже кормят специальным маточным молочком. Так вот, для наших стволовых клеток главным питанием, чтобы они работали, чтобы они были способны и двигались, и работали ежедневно, ежесекундно, ежеминутно, нужно определенное питание. Кристиан Дропио об этом доказал. Вот такое вещество, как АФАМ, афанизаминон плос аквая, который находится, его определил Кристиан Дропио, в сине-зеленой водоросли. Эта синяя-зеленая водоросль произрастает в удивительном природном месте озеро Кламат, Верхний Кламат, в штате Орегон, США. Озеро образовалось после вулкана естественным путем. И представьте, сколько же там вот этого шлама, богатого минералами, витаминами. Затем сюда наполнялась постепенно вода, с гор стекала, туда стекает 17 горных рек. И это термальные источники там еще есть. И вот постепенно там пласты образовывались. И там очень большое содержание гуминовых кислот. И вот эта водоросль, произрастая в таких замечательных естественных условиях, где природа создала там именно, где 365 дней в году почти светит солнце. И вот при таких условиях действительно растет очень хорошо, богатая всеми микроэлементами, всеми веществами, питательными веществами, аминокислотами, омега-3 и так далее,
вот эта сине-зеленая водоросль, и прежде всего именно эта сине-зеленая водоросль содержит вот это вещество афа-низаминон полусахвая. И именно афа, оно усваивается на 100% нашим организмом. Оно уже известно более 30 лет. Эту продукцию производит американская лаборатория Deserclave Technologies. И вот вы видите, дан адрес, можете списать этот адрес и очень подробно прочитать об этой технологии, поскольку здесь используется несколько методик, здесь и сушка, здесь нужно освободить эту водоросль от различных примесей и тут же охладить метод охлаждения, и чтобы все питательные вещества именно сохранились и со всеми своими полезными свойствами. Поэтому это действительно очень интересный способ изготовления. Чем же действительно этот продукт является высококачественным? Ну, поскольку он сделан по американскому производству GMP-технологии, это высочайшее качество технологии, то есть здесь соблюдаются все процессы технологические и очень сложные процессы, поэтому если только нарушить какой-то процесс, то это будет уже не соответствовать вот этому производству GMP. Продукт прошел клинические испытания, продукт един, это продукт запатентован, поэтому Кристиан Драпью, автор этой продукции, он единственный человек, который имеет право на производство данного продукта. И это первый в мире продукт для питания и улучшения качества стволовых клеток. И это действительно природный увеличитель именно за счет питания. Легко и просто принятие 1-2 капсулы в день. Вы питаете свои же собственные стволовые клетки, и они выходят в кровоток. И буквально через полчаса в вашем кровотоке на 25% увеличивается количество стволовых клеток. Да, 5 лет с 2000 по 2005 год научных исследований и разработок в самых известных, самых знаменитых университетах США, Канады, Гарвард, Иллинойс, МакГилл. На сегодняшний день я очень рада, что продукты прошел клинические испытания у нас в России, он уже теперь имеет сертификат, и мы скоро будем пользоваться данной продукцией буквально, уже брать прямо в России. Продукт прошел все кардиотесты, антираковые тесты, результаты омоложения. Знаете, это действительно очень серьезный продукт, ведь нужно вот с научной точки зрения, с точки зрения медицины, что такое клинические испытания? Это очень важное имеет значение, поскольку продукт доказан, что он приносит пользу. То есть берутся, что такое клинические испытания? Проверяются все клинические анализы, все параклинические анализы. Затем в течение месяца определенная группа людей получает этот продукт. И даже методом плацебо, то есть люди не знают, что получают, и даже врачи не знают, какой продукт используют их пациенты. И затем через месяц проверяются все опять параклинические, клинические анализы и делается вывод. И действительно, если более 50% дает результаты продукт, то он действительно соответствует и разрешается к применению. Поэтому этот продукт 100% натуральный и дает замечательные результаты. Продукт имеет все сертификаты, самые важные, значимые. Сертификат кошер. Сертификат кошер – это для тех, кто исповедует иудаизм. Это говорит о том, что эта продукция на 100% натуральна. Следующий сертификат – халал. Это для тех людей, кто исповедует ислам. Это очень важный сертификат. Сертификат ВАДА – это антидопинговое агентство, проверяет наших всех профессиональных спортсменов, олимпийских спортсменов.
для того, чтобы они использовали и в питании, и тем более используя те или иные витаминно-минеральные комплексы питания, да, чтобы не содержали никаких допингов. Поэтому этот продукт не содержит никаких допингов, поэтому не надо бояться. И, конечно, поскольку эта компания создана в Америке, это сертификат USADA, американский сертификат. Итак, дошли мы с вами наконец-то до продукции. Первый продукт компании – это STEM Enhance. Его еще в Германии называют STEM AFAN. В России мы тоже сейчас пока получаем этот продукт STEM AFAN. Итак, этот продукт содержит именно как раз концентрат сине-зеленой водоросли. И именно вот то питание, самое важное, самое необходимое для наших стволовых клеток. Итак, вы видите вот еще раз на слайде, как работает этот продукт. То есть буквально тому или иному органу, которому необходимо, дается сигнал, значит, костный мозг, и по кровотоку поступают стволовые клетки, подходят и тому органу, который требует обновления. И поэтому именно этот продукт нам позволяет решать те или иные проблемы. Если бы вы сейчас можете задавать в чате вопросы, писать, если вы не будете сейчас задавать вопрос, а поможет ли этот продукт при бронхиальной астме? А поможет ли этот продукт, допустим, при остеохондрозе? А поможет ли продукт и так далее и тому подобное? И если вы правильно понимаете, то действительно этот продукт поможет. Почему? Потому что именно происходит саморегуляция, самовосстановление клеточек того или иного поврежденного органа, и вы будете получать результат по своему здоровью. Будет нормализоваться давление. Этот продукт дает силы, бодрости, энергии прежде всего, потому он, этот продукт он очень питательный. Он содержит практически все. Все микроэлементы, все минералы, все аминокислоты, гуминовые кислоты. То есть, ну, буквально, вы знаете, это, можно сказать, капсула нашей с вами жизни. Это, ну, как говорит Юрий Савченко, это изысканное питание, это действительно изысканное питание для наших собственных стволовых клеток. И я даже не представляю, как я раньше жила без этого питания. Но чувствую, что действительно продукт дает результат. Я сейчас абсолютно никогда не устаю. Я спокойно ложусь спать, засыпаю легко, сплю хорошо, встаю легко. То есть действительно продукт дает возможность легко, спокойно жить. Он дает, самое главное, такое ощущение спокойствия, выдержанности. То есть как бы те, кто, допустим, особенно я перенесла депрессию, и опять же, видите, я даже иногда забываю свои результаты. Ведь этот продукт я начала принимать как раз в тот период, когда я перенесла очень тяжелый момент в своей жизни. У меня была жуткая депрессия, и именно этот продукт помог мне. Я почувствовала его работу буквально через полчаса. Вы знаете, мне стало комфортнее, а на третий день я была абсолютно, можно сказать, здоровым человеком, и меня уже ничего не тревожило, то есть я почувствовала, насколько правильно начал работать продукт. Поэтому бояться его не нужно, его нужно использовать обязательно. Да, я хочу сказать про STEM Enhance, его нужно принимать по 1-2 раза в день. В принципе, Кристиан Дропио не рекомендует большие дозы, все эти вот именно такие профилактические, но если какие-то результаты есть по здоровью и требуется срочно, допустим, да, то, конечно, 1-2 месяца вы можете увеличивать дозировочку, но смотрите по своему состоянию, тоже не переусердствуйте, чтобы не было сильного, так скажем, обострения, чтобы более мягко шло очищение организма. Итак, продукт STEM Enhance очищает, питает, защищает.
и тем более и стволовые клетки. Второй продукт называется stem flow. Flow – это продвижение. Но это, можно сказать, сильнейший антиоксидант, поскольку по составу он содержит такие компоненты, которые действительно очень богаты микроэлементами, именно витаминами, особенно витамином С. Ну, прежде всего, фибринеразы. Это активные энзимы. Именно за счет их как раз происходит очищение наших с вами капилляров. А это очень важно, чтобы капилляры наши были чистые, чтобы не было лишнего фибрина. И именно фибринеразы как раз и убирают лишний фибрин. Поэтому лучше, конечно, принимать продукт вместе со Stem Intense и вот этот Stem Flow. Следующий компонент – мангостин. Мангостин – это действительно сильнейший антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы. И следующий компонент – это экстракт лимона. Ну, я думаю, что об экстракте лимона и говорить нечего. Все знаете, богатый витамином С, антиоксидант, чистит тоже хорошо сосуды. Черная смородина в России очень известная, тоже богатая всеми витаминами и особенно витамином С. И очень интересные вот такие составляющие, это как куркума. Куркума – это, конечно, омолаживатель нашего организма. Очень хорошо куркуму используют в Индии. И не зря индианки, они, так скажем, без возраста, они выглядят молодо, поскольку они используют в большом количестве куркуму. И куркума омолаживает организм, куркума очищает кровь очень хорошо, работает на суставы, обладает таким противовоспалительным действием. И поэтому, конечно, очень хорошо, что здесь именно есть этот компонент. Следующий компонент, удивительный компонент, это кошачий коготь. Это, знаете, можно сказать, это природный антибиотик, который не вызывает дисбактериоза. Кошачий коготь обладает таким очень интересным действием, как противовоспалительным и антиканцерогенным действием, то есть противораковым действием. И кошачий коготь очень хорошо работает на суставы. Поэтому вот такие компоненты дают возможность решать проблемы с нашими суставами. Уходят боли, подвижность суставов улучшается. Следующий компонент – это индийский крыжовник. Очень богатый индийский крыжовник, мощнейший антиоксидант, но богатый витамином С. И виноградный резвератрол, который берется из винограда. Это тоже кладезь и витаминов, и самое главное, он обладает сильным антиканцерогенным действием, противогрибковым действием, антибактериальным действием, противовоспалительным действием. И не зря Stem Flow носит, так скажем, тройное действие, то есть антиоксидантное, противоокислительное, антиканцерогенное действие. И, конечно же, улучшает наше с вами капиллярное кровообращение. Это очень важно, чтобы капиллярное кровообращение шло. Если не будут капилляры чистые, то, конечно, стволовым клеткам не подойти к тому или иному органу. И вот новый продукт, который выпустила компания в ноябре 2012 года. Я начала этот продукт употреблять, очень довольна. Stem Enhance 2 называется этот продукт. И чем же он отличается от Stem Enhance? Тем, что у него добавлены 3 новых компонента. В Европе, правда, там 2 компонента. Вот на слайде справа вы видите, значит, график. Синий, желтый и красный. Вот как раз красная черта показывает то, что этот продукт работает более длительно в нашем кровотоке. Он обладает, так скажем, пролонгированным действием. Наши с вами стволовые клетки работают более длительно, чем при приеме продукта Stem Enhance. Поэтому этот продукт сильный, и еще тем более он усилен 3 компонентами.
Поэтому какими именно? Это ундария перистая, это значит, съедобно, так скажем, морская водоросль, это китайский горец и кордицепс китайский. Давайте с вами разберемся, может быть, на этом продукте немножечко поподробнее. Именно новый продукт MNHANCE 2. Итак, ундария периста. Это, еще раз повторяю, морская водоросль. Она содержит очень большое количество, прям целый комплекс витаминов, антиоксидантов. Именно этот продукт, Stem Enhance 2, как бы немножечко усилен йодом. Вот Stem Enhance там меньше по составу йода, а в этом продукте йода чуть больше. Здесь большое количество кальция, калия, железа, магния, то есть вот именно еще ундария периста содержит именно эти вещества. И здесь, значит, здесь содержится еще фукоксантин, который способствует вот сжиганию жира. Конечно, этот продукт полезен для иммунной системы, то есть нормализует нашу иммунную систему, снижает уровень холестерина, улучшает состояние кожи, волос и, конечно, работает на репродуктивную систему, то есть нормализует менструальный цикл, обладает противовоспалительным действием, и поэтому у женщин, вот, имея заболевания репродуктивной системы, здесь будут, конечно, решаться проблемы с помощью этого продукта. Следующий – китайский горец. Вот китайский горец как раз не содержится в Европе. Те люди, которые получают в Европе этот продукт, как раз не содержат китайского горца. Это растение долголетия. Китайцы его считают, что 100-летний корень китайского горца приносит молодость. 200-летний приносит стройность, и 300-летний, это можно сказать, бессмертно. Корни даже похожи как бы на человечков. Вот видите, это как раз корни вверху, вы видите, они похожи на маленьких человечков, да? Вот, этот китайский горец обладает сильным тонизирующим действием, адаптогенным, то есть легко, значит, этот продукт принимать тем, кто меняет, допустим, поезда, можно переезжать сюда, то есть адаптогенное это привыкание, да, омолаживающим эффектом, то есть не зря китайцы его называют растением долголетия. Есть результаты применения этого горца, и люди начинают избавляться от седых и ломких волос. Именно китайский горец помогает удалять пигментацию, особенно вот после беременности у многих женщин и в пожилом возрасте. Я так думаю, что же у многих, вот те, кто начинает, люди замечают, принимать, что да, уходит пигментация, и на лице особенно, да. Это как раз пятна пигментации в пожилом возрасте, это говорит о старости. Поэтому мы с вами будем молодые, красивые, здоровые, используя данный продукт. Китайский горец помогает также укреплять сухожилия, связки, кости, поэтому при данных заболеваниях тоже будет прекрасно помогать. И следующий – это кордицепс китайский. Китайцы его называют божественным подарком. Это природный антибиотик тоже. Он очень хорошо действует на хламидии, трихомонады и обладает противораковым свойством. Улучшает обменные процессы, снижает уровень холестерина, регулирует баланс кальция и фосфора, прекрасно при заболеваниях мочеполовой системы, поэтому тоже удивительный состав. Именно за счет этого будут давать хорошие, замечательные результаты. Итак, кто же может употреблять данный продукт? Все. Буквально все, начиная с молодых людей, и как мне сказал Кристиан Дропье в Греции, он мне ответил на вопрос, какого возраста можно принимать продукты. Он ответил, с рождения. Поэтому
Буквально до года детям можно давать по 1/8 капсулки, разводить либо в грудном молочке, либо с водичкой и давать там каждый день через день. Либо мама кормящая тоже должна принимать этот продукт. Это питание, это не лекарство, поэтому не бойтесь никаких побочных эффектов, как лекарство этот продукт не имеет. Детям нужно обязательно давать этот продукт, потому что он будет давать развиваться правильно, развиваться ребенку, поскольку ребенок растет, у него происходит обновление всех клеток органов. Не забывайте эту таблицу, когда каждые 3 года обновляются легкие, каждые 4 года обновляется щитовидная, поджелудочная железа и так далее, да? Вот, поэтому детям этот продукт жизненно необходим, чтобы у них была хорошая память, концентрация внимания, чтобы они не уставали, чтобы они занимались любимыми видами спорта, ходили в бальные танцы, ходили в танцевальные, как моя внучка или мой внук, вот на этих фотографиях, футбол заниматься. Поэтому обязательно давайте своим детям эту продукцию. И особенно молодым людям, которым много энергии нужно. Ведь сейчас такая жизнь, когда много везде информации, когда молодым людям приходится много учиться, много работать. И чтобы они не уставали, чтобы они не были как выжатые лимоны, да, обязательно нужно использовать этот продукт. Этот продукт, поскольку мы говорили о всех сертификатах, его должны и пользуются профессиональные спортсмены. И особенно этот продукт нужен тем людям, которые имеют большие физические нагрузки. И уже знаменитости используют данный продукт, поэтому наши дети тоже, которые хотят получить великолепные результаты в спорте, обязательно должны пользоваться данным продуктом. Ну и, конечно, так скажем, большая группа людей – это люди старшего поколения. И я себя могу, конечно, отнести, поскольку мне 60 лет, да, которые хотят сохранять активность, долголетие, красоту, молодость и жить как можно дольше, приносить пользу своей семье. И я счастлива тем, что, и я думаю, что и мои дети, у меня их 3 детей, взрослых детей, которые счастливы, что их мама не болеет. А буквально, так скажем, 13 лет назад я приходила с работы и лежала на диване, как выжатый лимон. У меня болело все. У меня падало давление на 70 на 40. Я не могла поднять пальчика. Я просила детей, не шумите. У меня сильные были головные боли. У меня болела жутко спина, мой жуткий остеохондроз. А мне было на тот момент еще 50 не было лет, да? Вот. И у меня болел желудок, у меня болели почки. У меня был хронический цистит, я не могла купаться. А вам сейчас я показывала фотографии, где уже я могу купаться. Вот здесь есть на фотографии как раз я тоже сижу с Любой Тарасенко, которая с Украины. Она жила долгое время в Италии, еще она сейчас пока есть там. Это свидетель того, что я купалась в Италии, и вот Лена Трушкина присутствует, Лариса Мастерова как раз присутствует. Я буквально в 2011 году была в Италии в апреле месяце, и я там купалась. Вода была, наверное, плюс 14, плюс 15 градусов. То есть мой хронический цистит не мешает мне теперь любить купаться в любое время года, так скажем, да? Вот что значит действительно быть здоровой, молодой, жизнерадостной и приносить именно семье счастье от того, чтобы наши дети, ну, за нами не ухаживали, как за больными. И дай Бог нам подольше быть такими активными, жизнерадостными и веселыми. И именно, наверное, я думаю, что с такой продукцией мы так и будем. И вот смотрите, действительно компания развивается очень стремительно, очень здорово, быстро. Буквально на всех континентах мира представлена компания Стемтех. Стволовые технологии, не забывайте, интересно, очень хорошее, замечательное название компании.
Именно посмотрите, в каких странах открыта эта компания. Я тоже обратила на это внимание. Да, серьезная компания, ну, везде люди пользуются данной продукцией. И продукт, он легко и быстро работает, его не надо много пить, поэтому с ним легко и просто можно и здесь еще и работать. Не только быть как клиентом со скидкой потребителя. Вы все абсолютно можете спокойно быть клиентами со скидкой, но не забывайте, что здесь действительно компания дает удивительный маркетинг-план, о котором вот буквально вчера рассказывала Гульнара. И те, кто хочет о нем еще раз услышать, слушайте записи этой конференции, они будут повторяться, будут. Приглашайте людей и, конечно же, развивайтесь в этой компании. Компания еще дальше будет развиваться, и уже в 2013 году уже стоят, так скажем, в очереди для открытия стран таких, как Европе. Вы буквально не буду называть, вы все это видите, поскольку буквально в начале 2013 года мы ждем открытия России. Я недавно узнала, что прекрасная новость, что, наверное, быстрее будет открыта даже Италия. Так что, дорогие друзья, все от вас зависит. К открытию компании в вашей стране вы должны не просто сидеть и ждать, что вот я подписалась, что вот я скоро получу продукт, но рассказывайте людям, продукт уникальный, продукт очень хороший. Он дает прекрасные результаты. У нас вот в России я получаю посылки, мне не хватает обеспечить всех-всех людей, желающих данной продукции. Нам долго идут эти посылки, по 3, по 4 недели. Но ничего, скоро мы будем уже иметь, нам осталось недолго. Поэтому подписывайте людей, рассказывайте об этой продукции, рассказывайте об этой компании. Она соответствует всем требованиям и с юридической точки зрения. Компания соблюдает все на 100%, так скажем, ну, законно. Это очень хорошая, замечательная компания, с которой вы можете улучшить качество жизни своей и, конечно, качество здоровья. Поэтому наступило время, и мы уже ждем с нетерпением. Скоро, совсем скоро компания будет открыта в России и в тех странах, в которых она еще не открыта. Но никому не мешает, пожалуйста, создавайте виртуальные сети, подписывайте, это легко и просто подписывать людей. Умные, грамотные люди все придут, поскольку я знаю, вот здесь уже сколько присутствует людей, которые уже пользуются продуктом. Я считаю, что мы все с вами умные, грамотные люди. И давайте нести это добро другим людям, пусть они тоже пользуются данной продукцией, пусть будут здоровы, счастливы. Все к нам присоединяйтесь. Я на этом заканчиваю. Большое спасибо за ваше терпеливое молчание. Сложно и трудно, конечно, говорить в интернете. Я не вижу ваших лиц. Мне бы было приятнее видеть ваши лица. Задавайте вопросы, я с удовольствием вам отвечу. А, еще хочу сказать, темпло принимайте по 1-3 раза в день, за, лучше, как пишется, за час до еды, за 40 минут до еды или через час после еды. А Stem Enhance и Stem Enhance 2 вы принимаете прямо перед едой. Выдохнула. Вот, спасибо большое. И вам спасибо. Я жду, пишите, я немножечко подожду. Вы можете написать вопросы в чате. Или уж неужели я вам все так сказала, что вам все понятно? Я думаю, что есть вопросы. Есть, должны вопросы быть. Да, витилиго у подростков. Ну, знаете, наверное, нужно это более длительно принимать этот продукт обязательно, поскольку он тоже содержит вот куркума, она будет влиять на обменные процессы, а также вот те состав, это когда вот кордицепс китайский,
вот этот Temenhance 2, он поможет. Но это же заболевание, то есть не выработка фермента, так скажем, не образуется загар, да? Поэтому более длительно, обязательно более длительно. Беременна, вы знаете, нужно, можно, нужно. Вот я бы сказала, нужно. Это питание, еще раз повторяю, это питание. Да, меланина, да, спасибо, Чинана, да. Вот, знаете, когда начинаешь что-то еще начинаю. Конечно. Ой, атопический дерматит у ребенка, это я думаю, что он очень быстро получит результат, абсолютно быстро получит результат. Давайте одну капсулу в день, Stem and Hand. Stem-Flo вы можете по пол капсулки в день давать немножечко. Давайте антиоксидант, поскольку там обязательно окислительные процессы, поэтому Stem-Flo нужно подавать обязательно. Вот, по пол капсулки и Stem and Hand по одной капсуле 4 года. Ну, да, можно сказать, что это суперпродукты на все случаи жизни, так поскольку стволовые клетки нашу главную роль играют, как дирижер в оркестре, так наши стволовые клетки, они дирижируют нашим организмом, они дирижируют. Именно работа этих клеток и зависит от работы этих клеток. Шунтирование сердца можно. Можно. Вы знаете, есть противопоказания, как бы такое, для тех людей, кто принимает антикоагулянты. Вот там нужно под контролем смотреть состав витамина К, поэтому только антикоагулянты. Остальные, в принципе, нет противопоказаний. Полип, да? Вы знаете, можно пить, но смотрите, если вы 5 капсул в день будете, и если у вас там другие какие-то проблемы, и начнется там, так скажем, чистка, потому что какую бы программу оздоровления вы ни начинали, обязательно начнут симптомы очищения организма. Из вашего организма начнут выходить, так скажем, шлаки, токсины. Употребляйте побольше водички. Обязательно употребляйте побольше водички. То есть 1,5-2 литра воды нужно употреблять взрослому человеку. При циррозе печени отличные результаты будут, просто отличные. Я вам точно говорю. Печень – это такой орган, который, так скажем, живет до последней клеточки. Поэтому цирроз нужно, вот здесь, наверное, нужно увеличить количество стем-энхэн обязательно. И стем-фло остается пусть таким же, 3 капсулы в день. Обязательно со стем-фло при циррозе. Обязательно стем-фло и стем-энхэн 3-4 капсулы в день. Так, нет симптомов, наоборот, хорошо. Так, от камня в желчном и почках. Вы знаете, конечно, я имела опыт и вот в другой компании, да, но здесь, так скажем, опять же, этот продукт работает таким образом, что он же очищает наш организм, он выводит токсины, шлаки, он питает, он нормализует все обменные процессы. Что такое камни? Это нарушение обменных процессов, прежде всего. Другое дело, там, опять же, могут быть еще какие-то, допустим, перегиб желчного пузыря может провоцировать образование, то есть оттока желчи, когда не отходит отток желчи. Вот. Но остальные моменты этот продукт будет давать, то есть он будет нормализовать обменные процессы, и никаких противопоказаний по применению камней этот продукт не имеет. Нужно принимать и смотрите, контролируйте. Вопрос только единственный. У кого-то может пройти через месяц, у кого-то может пройти через 2, у кого-то через 3. Мы все с вами индивидуальны, и поэтому, а если сильно забит, ну, вы знаете, если там есть какие-то симптомы, когда уже, ну, так скажем,
он не дает спокойно жить, и уже пусть определяет врач. Хотя, вы знаете, нужно до последнего добиться того, чтобы сохранить желчный пузырь. Удаление желчного пузыря ничему хорошему не приводит, ведь желчь, она нужна для омыления пищи и превращения кислой среды в щелочную, когда поступает уже в кишечник из пищи этого из желудка. Поэтому именно здесь желчь нужна. Если будет удален желчный пузырь, вот этого омыления, так скажем, превращения, начнутся проблемы с кишечником. Поэтому желательно начните пить как можно раньше продукт. Если начали пить, то обязательно пейте, наблюдайте. Только единственное сейчас, не делайте сильных, вот тот, кто страдает желчнокаменной болезнью, не делайте резких наклонов, не наладьте, так скажем, питание свое, уберите там жирные вещи, да, так скажем, из питания, и уберите острое, соленое, так скажем, да, побольше овощей, фруктов и, как говорится, чаще порционно кушайте, то есть, ну, найдите все эти рекомендации по питанию, наладьте еще меню свое и принимайте обязательно этот продукт Stem & Sense и Stem Flu. Обязательно Stem Flu. Итак, спасибо большое, дорогие друзья. Мы с вами уже час поработали. Итак, до новых встреч. Завтра вас ждет удивительная конференция, встреча с нашим профессором Анатолием Андреевичем Приходченко. Поэтому не пропустите эту конференцию. Приглашайте людей, слушайте, это очень интересно. Поэтому обязательно не пропустите завтра конференцию. Спасибо всем, до свидания, всего вам доброго, будьте здоровы и счастливы.